Мяч линию ворот все-таки не пересек. Очень тонкий момент. И судьи здесь не стали рисковать. Обслуживал эту встречу Муньес Фернандес. Не дали свистка, посчитав, что было все здесь сделано до линии штрафной. Смотрите, как радуется Фернандо Васкес голу Бруно Гамме. Он уже без пиджака, он летит, бежит обниматься со своими. Хороший гол получился у Гаммы.